А перед началом данного видеоролика я хочу вам предложить канал WeFirst HD. Она делает очень красные интро. Да, это, конечно, зарисовки только. Но если вы все подделаете здесь, и будет настоящее интро. Итак, вот они все здесь получается. Итак, переходим к видео. И добрый день, с вами я, Кентома Санкве, и сегодня я буду играть в Epic Battle Simulator. Это то, что типа компьютерной версии, но я не знаю, даже лучше, не лучше, но по графике она лучше, чем компьютерная версия. Просто там вы видели, да, какие-то типа большеглазые солдаты. Итак, первый уровень, у нас есть 300 монет и 12 человек. Так, что у нас есть? Как вы видите, давайте возьмем просто два гиганта. Посмотрим, что будет. О, бомжи. Вы знаете, что там есть бомжи? Вот они, бомжи. Бомжи. Бомжи просто легко и изично. Вы видели? Он только что один и все порвал. Да. Да, это просто победа. Давайте-ка еще. Просто победа. Тут нечего сказать. Так. Это нафиг нам реклама не нужна. Да, 1000 экспириенс. Так, у нас есть 400. Так, давайте просто возьмем. Да, мне очень понравились гладиаторы. Они, конечно, не пятерка, ну вот, 5. Оу, что-то здесь их как-то даже... Что-то врагов как-то здесь... Вот идет и здесь бомжи уже. Но, я вам скажу, что один гладиатор, это как, мне кажется, 15 бомжей. Вы видели? Все, их нету. Переходим к другому. Так, уровень третий. Что это как-то иично, вы не представляете, ребята? Также гладиаторы. Что-то они как-то быстро, они даже быстрее, мне кажется, чем сами. О-о-о, арчи. А, нет, это мушки. А, да, это арчеры. Ну и ладно. Сейчас мы быстренько их убьем. Так, у нас что? Так, у нас сколько? 4. 3 у нас. Сейчас мы посмотрим, дойдут ли они до сюда. Так. Давайте просто будем... Нет! А, двое. На тебе. Так. Нет, мне кажется, мой проиграл. Потому что... Ну, да, я сказал, что он проиграл, так что давайте-ка начнем еще раз. Так. Мне убесит вот эти рекламы, извините, пожалуйста, за них. Это вообще что-то говно какое-то. Давайте еще раз. Так. Что у нас есть? Давайте-ка просто возьмем мушкетеров, да? Их поставим вот сюда. Так, у нас остается 20. Ну, давайте бомжи, что ли. Посмотрим, что с этим будет. Да, бомжи. Это все бомжи. Так. Много подлагивает, ну ладно, пофигу. Потому что я вам, как всегда, говорил, что типа съемка на, короче, очень много FPS тратит на. Не дойдите. Уроды. Да. Все. Остались типа. Оп, очки. 5 на 4. Но как бы. А, вот, все, наши выиграли, смотрите. Просто мушкетеры они дороже, и значит они стоят, ну, типа, стоят того, смотрите, как они просто разносят этих драных лучников. Все. Ну, победили, ребята. Так, теперь четвертый уровень. Ну, у нас 500. Это очень много. Так. Так. Кого же можем взять? Я понял, как сделать. Берем вот так. 4 нам хватит. Так, 100 у нас остается. Так, 180 у нас остается. И берем. Так, 3 мушкетика. Сюда. Посмотрим, что здесь будет. Так, вот такая у нас фигня получилась. Ну, как вы знаете, что бомжи, они какие-то слишком слабые. Но я не говорю, что они очень слабые. Они, конечно же, могут вовремя нас победить. Но, чтобы им победить, их должно быть очень много. Так, да, мы выиграли, ребята. Проходим 5 уровень, и на этом все. Дальше будет еще, если вы поставите лайк. Так.
конечно, мне очень нравится, что вы ставите такие, такой актив прям вообще. Так, даже не на любом тысячном, а тысяча подписчиков нет такого актива. Так что спасибо. Так, мы можем посмотреть видео и прибавить себе деньги. Ну как нам, так как нам хватает, то что давайте-ка возьмем спирманов. Так, спирманов вот сюда. И мне кажется, там будут, так, арчеры. Так у нас остается. Так, давайте возьмем одного щитоноса. И вот, что у нас получилось. И надо было сразу предпринять, что там, лучник. Ну и да ладно. Наши лучники против их. Так, что они делают? Сейчас посмотрим, как мы их порвем. Может быть и нет даже. Так. Это... Так, вот наши спирмены. Тут даже непонятно, кто из них побеждает. А, вы видели этот задом? Мочит всех. Так, остается два спирмена. И всего лишь... Итак, у них остается два лучника, а у нас целых пять. Все, мы победили, ребята. Да, что-то мне как-то стало изично. Да, очень изично. Итак, вот переходим. Скоро будет пятый уровень, шестой, то есть. И если вам понравилось это видео, так давайте наберем 50 лайков, и тогда я буду опять выделять этот Epic Battle Simulator. Если понравилось, конечно. Все, пока-пока. Всем пока, это вас, Мария.